Вот съемка пошла. Ну что, 29 четверг, 2020, май месяц. Все зеленее, кстати, все зеленее и зеленее. Да, сейчас отправляемся на реку. Вчера поймали на речке всего 4 хвоста. Ну, это я про щучек, вот. С озера было взято 11 хвостов. Ну, я плюс окуня, сорога, красноперка. Так что, одна кастрюля полная, вторая вот-вот подымется дном. Какие-то мужики на берег выходят, ты их знаешь? Что, взяли что-то, да? Взяли чего? Закон Павловича сработал, значит, у вас, да? Ладно, не буду менять. Но мы не причалили. Мы думаем, что вы причаливаться теперь будете. А мы к вам. Ты что здесь? Нормально соединение? Ты настоящий пароход. Дымит, блин. У-ху! Дизель-электропоезд Бухарест-Синая отходит от первого пути. Дизель-электропоезд Бухарест-Синая отходит от третьего пути. Пока вы бегали с первого пути на третий пути, поезд Бухарест-Синая тю-тю. Камень на камень, кирпич на кирпич. Под елку плывете. Уши береги, уши и очки. Ухи, ухи, ухи. Ухи, речка. Слабоват растворчик. Костя спасает свою снасть. Думаешь, надо тебе вставать? Думаю, вот так перекинешь, и все будет хорошо.
Ай-ай-ай-ай-ай. И присядь. Я обычно ломаю ветку и бросаю палку. Жалко ветку. Кто-то еще может попасть на нее. Это такая перспективная палка, ветка. Медленнее веди. Давай там лучше. Ну, ты думаешь, там остров затоплен? Да не, он не весь, наверное, затоплен. Или ты хочешь вот здесь, потому что здесь есть что затопить, да? Давай плыви, смотри. Взяли два пакетика супа, да? Да. Солить не надо. Ну вот мы и пообедали. И дальше пошли. Хоть что-нибудь. А камушка за сколько? Квартальник тут сами. Окуня не поймали?
Они что-то как раз на том месте. Там окушок бегает под вами. Поймала тебя, нет? Нет? Что-то нас крутит, вертит. Остров, с которого я ловил. Вот здесь, вот под нами. Сейчас будет касание. О! Это было не касание, это был толчок, блин. Заначку. А конфетки такие на столе лежат в алюминиевой бочечке. Ой, алюминиевой. Он не знает. Я вообще здесь информацию внес. Алюминиевая. И какой стол тоже не сказал. Магазине. Ну, с утра было хмурое небо.